вами тех, кто не просто ходит в школу, а учит, мыслит и творит, и кто научные основы, престиж России сохранит, кто помогал нам сделать лучше и веселее в школе жить, не оставался равнодушным и школьный поднимал престиж. Для вас, общественники наши, для вас, актеры и певцы, для вас, спортивные команды, для вас, учителя-творцы. Сегодня наш последний праздник, наш заключительный финал. Итогов разных номинаций и награждений час настал. Добрый вечер! Здравствуйте! Сегодня необычный день. Мы собрались с вами на церемонию награждения по итогам 2016-2017 учебного года. Через несколько минут на сцену будут те, кто в этом году смог добиться успеха в области учебы, науки, спорта и творчества, а также те, кто внес свой вклад в развитие и престиж школы. Сообщить вам, что наш круиз на школьном корабле, который длился целый год, подходит к концу. И впереди речной порт под названием «Ура, каникулы!». Подожди! Прежде чем мы все благополучно сойдем на берег, давайте подведем итоги нашего путешествия. Итоги? А как же? Все успехи нашего экипажа, записанные в судовом журнале, и навсегда останутся в истории фрегата «Школа номер 18». 1 сентября 2016 года школьный корабль благополучно отчалил от пристани и отправился вперед к неизведанным землям, к новым открытиям. Наш путь пролегал по бездонному морю знаний. Целый год мы плыли, боролись со злыми ветрами, преодолевали штиль и лень. Ребята проявляли смекалку, отвагу и талант. Слово предоставляется директору школы Олейниковой Татьяне Анатольевне. Добрый вечер, дорогие друзья! Уважаемые коллеги, уважаемые родители, ребята. Мы сегодня в этот теплый, наконец-то, майский вечер собрались в нашей теплой семье. Я не могу сказать, что это узкий круг, потому что посмотрите, как нас много. Мы даже не помещаемся в клубе, не то что в нашем маленьком актовом зале. У нас уже около 700 обучающихся в этом году. Более 45 учителей, да плюс еще родители, папы, мамы, да плюс еще бабушки. Представляете, какая у нас огромная семья. И мы сегодня собрались с вами, чтобы подвести итоги 2016-2017 года. Мы с вами целый год работали вместе, и дети, и учителя, и родители. И, несомненно, добились больших успехов не только во владении образовательной программой, но и в творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах. И сегодня мы заслуженно награждаем наших детей. Итак, церемонию награждения по итогам 2016-2017 учебного года считаем открытой. Oh!
начинаем церемонию награждения. Итак, самая престижная школьная номинация «Шаг в науку», в которой названы победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по предметам школьного уровня. Для вручения грамот на сцену приглашается директор школы Олейникова Татьяна Анатольевна. Дорогие друзья, мы сегодня награждаем грамотами. Первая номинация у нас — награждение грамотами школы за школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Но я хочу с вами поделиться своей радостью. У нас есть победители на муниципальном уровне. Они сегодня грамоты не получают. Они получат 1 сентября на линейке грамоты. Но назвать их имена я бы хотела. Это Волков Михаил, 6 А-класс. Давайте порадуемся за них. Учитель Воробьева Зинаида Николаевна, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике. Это Сапожкина Марина, 7 Б-класс. Призер Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Ульяна Вадим, 9 Б-класс. Призер Всероссийской олимпиады муниципального уровня физкультура. Учитель Квильнев Сергей Викторович. Это Кузнецов Никита, 8 А-класс, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры, учитель Харламова Светлана Ивановна. Это Катомина Полина, 8 А-класс, победитель муниципальной олимпиады по предмету духовное краеведение Подмосковья, учитель Маврицкая Наталья Александровна. Поприветствуем наших призеров и победителей Российской олимпиады школьников. Итак, в номинации «Шаг в науку» награждаются учащиеся 5 А-класса Азаров Павел, Воронцов Николай, Береков Константин, Богу Марина, Самбрат Анна, учащиеся 5 Б-класса Жмурко Алина, Герина Полина, Мещанинова Алиса, Блинова Софья, Мелехин Максим, Козлов Назар, Вахидов Амир. Учащиеся 5 В-класса Лазарева Александра, Осипова Екатерина. Учащиеся 6 А-класса Архипенков Сергей, Волков Михаил, Аникина Анастасия, Гоголева Светлана, Лаврентьева Карина, Кожухов Максим, Кушнир Оксана, Мустерце Валентин, Петрина Полина. Учащиеся 6 В-класса Орипов Мухаммадали, учащийся 6 В-класса Аносов Александр, Муравьев Александр, Белых Мария, Мещанинов Кирилл, Азаров Егор. Пашашкин Алексей, Башкатова Анатолия.
Анастасия, Горобец Альбина, Малышева Диана, Насибуллина Ильсия, Тишина Екатерина, Черницкая Вероника, Степанушкин Данила, Пелемистая Арина. На сцену приглашаются учащиеся 7-го Б-класса. Учащиеся 7-го Б-класса. Голубева Анастасия. Коренков Павел. Игнатенко Мария. Серова Ульяна. Трунцева Ксения. Васищина Виктория. Воронова Наталья. Победителям дайте проход и призерам. Аплодисменты, давайте поаплодируем. Учащиеся 7-го В-класса. Горелян Сабина, Чуфистов Станислав, Осипов Олег. Которые целый год учились, наш фрегат школы номер 18 не сбился с курса и продолжал путешествие. А теперь фотография на память. Аплодисменты. Ребят, аккуратно спускайтесь на свои места. Аккуратно.
сцені танцювальний колектив Black Village. Любовь.
приглашается учащаяся 10 класса Бурцева Мария, Бородай Артем, Еремкина Светлана, Коценко Виктор, Корнеев Дмитрий, Корнеев Александр, Мышляев Алексей, Сергеичев Леонид, Спрынчан Георгий, Хальнов Кирилл. И под громкие аплодисменты на сцену приглашаются учащиеся 11 класса Поташов Максим, Девяткин Владислав, Кушнарева Юлия, Карпова Анастасия, Глухов Илья, Маклаков Егор, Шулька Максим и Прокопьева Татьяна. Достигнутыми успехами и желаем, чтобы ваши знания развивались, укреплялись и стали основой вашей будущей профессии. А теперь фотография на память. Грамоты вверх. Поближе ставь, не стесняйся. И громкие аплодисменты в зале! Просим занять все свои места. Мы идем.